Сыктывкарское хозяйство «Пригородный» уже закончило уборку картофеля. Сейчас сельхозпроизводители вышли на капустные угодья. Пока капусту собирают только для розничной торговли. Массовая заготовка стартует через неделю. Вести с полей в репортаже Виктории Палкиной. Раньше посадили, раньше собрали. Под таким девизом в Пригородном прошла картофельная кампания 2013. Уборочная техника работала на полях аж с 15 августа. Сегодня весь урожай в овощехранилище. На что рассчитывали, то и получили. В этом году урожайность составила 214 центнеров с гектара. Это урожайность, в общем-то, не очень высокая, но и не сказать, что, в общем-то, низкая. В прошлом году у нас урожайность была чуть-чуть поменьше. То есть в этом году мы собрали картошки в пересчете на 1 гектар больше. Картофельные поля в этом году сократили. А вот плантации с капустой остались при тех же объемах – 30 гектаров. Здесь бы и рады увеличить площади, да хранить кочаны негде. И выращивать этот овощ хлопотно. Капуста, конечно, в основном ручной труд, что посев, что посадки, что уборочные работы. В этом году площади сделали 5 гектаров ранней капусты, чтобы раньше начать убирать капусту и раньше, соответственно, закончить. Сегодня на поле 12 человек. Схема отработана. Одни капусту режут, другие складывают в мешки. Так за смену доходит до 10 тонн. Не смущает сотрудников хозяйства и сильный ветер. Главное – сухо. В прошлом году погода, конечно, плохая была. Все дожди были. Мучались. В этом году, если бы такая сентябре, да в октябре, вообще прелесть. И работается хорошо. Настроение есть. На продажу идут только стандартные кочаны – грамм 700-800. Такая капуста пользуется спросом и у хулиганов, которые захаживают в гости на эти угодья. Первые капустные воришки были замечены на этом поле в конце августа. После этого сразу появилась круглосуточная охрана. Кстати, вся территория просматривается очень хорошо, поэтому теперь вряд ли получится наживиться одним из самых вкусных овощей открытого грунта. Уже через неделю на помощь этой команде прибудет человек 30 и техника. Рубить капусту здесь планируют до середины октября. Спешка ни к чему. Сорта для закваски должны дождаться первых заморозков. Виктория Палкина, Павел Фетисов, телеканал «Юрган», Сыктывкар.